Хочешь, я тебе покажу, как запретить запускать программы, приложения или игры на твоем компьютере или ноутбуке? Друзья, но перед тем, как начать наш урок, я хочу вам порекомендовать сайт Meteotrend. Это отличный ресурс, где вы можете получить актуальную информацию о погоде в вашем городе. Заходите на сайт ru.meteotrend.com, ссылку я оставлю в описании под видео. Смотри это видео до конца, тут интересно. Итак, переходим на официальный сайт программы Simple Run Blocker. Программа абсолютно бесплатная. Прокручиваем немножко вниз и нажимаем на кнопку «Скачать». Я скачал данную программу и разархивировал ее в Program Files. Вот она, данная программа. Вы можете разархивировать куда угодно. Для удобства можно вывести ярлык на рабочий стол. Можно запускать для анонимности прям с этой папки. Я вынес ярлык для вашего удобства. Итак, вот она, данная программа. Давайте ее откроем. Итак, что можно сделать? Первое, давайте еще раз я вам покажу, как я запретил доступ к программе IPTV Player. Для этого я нажал на кнопку «плюс» и просто выбрал рабочий стол и указал путь к ярлыку. Далее мы нажимаем на «Сохранить настройки» и давайте попробуем запустить. Получаем уведомление о том, что действуют ограничения на данном компьютере. Если я захочу убрать эту программу, я опять выделяю программу и нажимаю «Удалить из списка». И не забываем нажать на зеленую галочку «Сохранить настройки», и наша программа вновь заработает. Аналогичные действия можно сделать с абсолютно любой программой. Для чистоты эксперимента я запрещу доступ к какой-либо еще программе. Пусть это будет, например, программа Ultra ICO. Итак, мы запретили ей доступ, теперь пробуем ее запустить через меню «Пуск». Вот она, данная программа, и давайте нажмем на файл запуска. Как мы видим, программа не захотела запускаться, давайте я удалю из списка, сохраню настройки и вновь попытаюсь ее запустить. Как мы видим, все успешно работает. Надеюсь, этот короткий урок был полезен. Ставь жирный лайк и обязательно подписывайся на канал.